День варежек и на резинках – это такой день, в котором придумали варежки на резинках. И эти варежки на резинках, если ты их потеряешь, ты их никогда не потеряешь, они всегда с тобой. В том волшебство, почему же они на резинках? А потому что они вот так за шеей прячутся, и варежки. У них на самом деле нет никакого волшебства. А просто это так сделали дизайнеры, чтобы не терять перчатки, они привязывают их к курточке. И когда, например, ты что-то лепишь или украшаешь что-то в варежках, то если ты их потеряешь, ты знаешь, что ты их не потеряешь, потому что они всегда у тебя на резинке и всегда с тобой. Я ответственная у мамы, мне варежках на резинках не нужны. А у меня есть варежки на резинках, они такие маленькие, у них так тепленько, и можно хрупать за ватусы.